И по-русски надо объяснить. Как меньше дрожал, меньше кто дрожал, тот повыше получил. Вот, теперь смотрим на Герасимова. Тоже Чебоксары. Те же тренеры, наставники Ивановы. Удержалась. Ей важно, конечно, сейчас в этом финале показать и доказать, наверное, всем. Себе. В первую очередь себе, да. Держись. Сложнейшее тоже. Очень сложное, правильно. И она его соединение заявляет. Поэтому это очень сложно. Не успеваешь себя уравновесить, а идти в следующий элемент надо при соединении. Раз, два. Да, это нормально. Одиночно, вот они по одиночным элементам вроде умеют работать, а соединение на то, но и ценится, и поощряется, потому что надо действительно сделать. Но вот за счет этого практически и... мне показалось, что нет. За счет этого, за счет соединения, я имею в виду, и набирает Лена Герасимова свою, всю сложность комбинации. Потому что у нее почти все элементы, они в связках идут. Ну вот элемент заканчиваем. За склад, 2,5. Она вторая должна быть. Но ты знаешь, конечно, она пыталась немножко, нервничала. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail in the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. So last of all, when the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave in the masquerade. We'll come calling как раз-таки победитель финала в упражнениях на бревне Ангелина против Лизы Герасимовой. Нет, но Ангелина может успокоиться. We still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. When you pull my мне кажется, ты готова заплакать? Нет, слава богу, все. Потому что как раз сейчас все были в напряжении, в ожидании оценки. И велика была вероятность, что ты станешь первой. Сейчас, вспоминая то, как ты делала, где бы вот, то, чего не хватило, чтобы стать первой? Ну, во-первых, волнительно делать восьмой, заключительный, когда на тебе такая ответственность лежит. Конечно, хотела делать свою программу намного лучше. Но вот так вот получилось, к сожалению, мне стыдно проиграть олимпийской чемпионке. Ира, приземлялась ты с ощущением, что получилось здорово, это было видно по лице, по улыбке, и в принципе видно было, что делала хорошо, связки сделала, соединение. Я рада своей программе в целом, что я все сделала без падения, для меня это была главная задача выйти, для себя сделать, дать удовольствие зрителям. И, конечно, сейчас сложно об этом говорить, так как ты на эмоциях. Но я рада, что все вот так вот сложилось, и рада серебру.